Друзья, всем привет! Вы на канале Про Игрушки. Сегодня на обзоре у нас популярная игрушка Дикий Скричер. Конкретно эта модель King Scorpion. Упаковочка выглядит довольно интересно. Самое прикольное, что тут есть QR-коды, то есть их можно сканировать, переходить по ссылочкам. Ну и данный скричер обладает, вот у него 4 таких кассеты, на которых он наезжает, и он должен перевернуться, прыгнуть. А как написано на упаковке, на 360 градусов. Сейчас я его распечатаю и покажу, насколько он качественно и ловко это делает, и вообще стоит ли за эти деньги покупать данную игрушку. Друзья, распаковали мы данного скричера, затестили, работает очень прикольно. Ну, давайте сначала рассмотрим самого скричера. Мне очень понравилось качество пластика и качество исполнения этой игрушки. Вот все видно такое приятненькое на ощупь. Пластмасс нигде не острый, абсолютно никакого запаха от него не идет. Вот так вот он смотрится, довольно угрожающий, настоящий скорпион. Монетки вот эти, они довольно-таки тяжеленькие. Тоже по пластику очень хорошие на ощупь и, ну, видно, что качественные. Почему их 4? Вот показываю, как это работает. Ну, во-первых, мы слажем скричера. Вот так это выглядит, вот так он сложен. Ну, согласитесь, круто выглядит. Друзья, чтобы это все магия произошла, он должен одновременно удариться в две кассеты. Прикольно придумано, показываю, как это работает. Не вышло, к сожалению, извините. Сейчас покажу. Вот одна и вторая кассета. Вот, вышло. Видите, то есть один удар и второй удар. Сейчас сниму их и еще раз покажу. Так. Закрыли мы полностью. Ставим одну кассету и сантиметров через 7 другую. Пускаем скричера. Опять не вышло. Отлично. То есть вот таким образом он работает. Но в чем еще прикол, что если он зацепил одну кассету, прекрасно, можно его еще раз запустить. Покупать такую игрушку вашему ребенку или не покупать, решайте сами. Ссылочку я оставлю в описании. На наш сайт мы дадим самую привлекательную цену и быструю отправку. В целом мне игрушка понравилась, и как интернет-магазин, и YouTube-канал мы ее рекомендуем к покупке. Всем спасибо за просмотр, всем пока!